يا مجيب الدعوات Аузу биллахи мина раджим, Ассаламу алейкум урахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ-3. И вновь продолжаем наши темы, посвященные проповеди посланника Аллаха о месяце Рамазан. Сегодня наступает 19 ночь этого прекрасного месяца. Это ночь, когда был неспослан Коран. Одна из важнейших ночей, одна из ночей, которая превыше всех других ночей в этом году. Это ночь Кадр, о которой в Коране Аллах говорил что эта ночь, как мы уже сказали, превыше других ночей. Также эта ночь печали, траура, так как именно в эту ночь был ранен наилучший из людей, наилучший из созданий, это имам Аля, Салам. О нем можно говорить многое, но наша передача ограничена, поэтому мы не сможем затронуть тему биографии и подвигов имама Аля, Салам. Одним из его важнейших подвигов, о котором мы знаем, это его один удар в битве Хандай. Именно этот удар пророк сказал, что превыше всех поклонений, поклонений всех людей, джиннов на этой земле до судного дня. Как мы знаем, наши непорочные говорили, что наше поклонение тоже является среди этих поклонений. Также можно говорить много о Имам Али, но мы продолжим нашу тему, именно посвященную проводе посланника Аллаха с нашим гостем, вновь уважаемым шейхом Ходжат Алисам Валим Муслими, шейх Гурбан. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассаламу, рахматуллах. Уважаемый шейх Гурбан, э так как эта ночь посвящена также имам Аляли Салам, может было бы и немного затронуть, затронуть, эту тему. Хотелось бы еще хадис сказать от имама Аляли Салам, где имам Аляли Салам говорит, что наисильнейший из мужчин является тот, кто превознес свой разум над своими чувствами, как мы знаем хадис. Можно рассказать вначале немного имам Аляли Салам? Ауду биллахи мина шейтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва ва

с теми событиями, которые произошли в эти дни, с теми печальными событиями, которые произошли в эти дни. Говоря о его светлости, Алибн Абитальбайсалату вассалам, и его мученической гибели, можно было бы сказать много, но я бы хотел передать слова его светлости Пророка Мухаммада, который как раз таки обратите внимание, содержится в этой проповеди, которую мы разбираем. То есть заканчивая свою речь, его светлость, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва коснулся этого вопроса. Вот что его светлость в самом конце своей речи сказал по этому. А, Во-первых, напомним, что предание передается от его светлости Али бин Абитальба, салам, который рассказывал, передавал эту проповедь. И его светлость говорил следующее Сумма бакка, сумма То есть потом, когда он, его светлость, пророк Мухаммад, саллаху когда закончил эту речь, он стал плакать. Его светлость, пророк стал плакать. И его светлость абнатали салату обращаясь к его светлости Пророк Мухаммад, саллаху говорит, о посланник Бога что же заставило тебя плакать? Почему ты плачешь? Отвечая на вопрос Али бин Аби его святый пророк отвечает, «О, Али, я плачу, меня заставило плакать, я плачу из-за того, что будет дозволено в отношении тебя в этот месяц». То есть, другими словами, то, что будет, то, что люди позволят себе в отношении тебя в этот месяц, то, что они себе позволят, то, что они посчитают дозволенным для себя поступать таким образом с тобой именно в этот месяц. Как будто я тебя вижу, то есть он описывает то, что будет происходить в будущем, с его светлость Алибна Абталям Алисалату вассалам и пророк, саллаху, говорит: как будто я вижу тебя, читающим молитву, моляющимся Богу. И в этот момент, когда я наблюдаю, как ты читаешь молитву, вижу, как некто, некий человек, который ауалина ахирин который является самым несчастным, самым низким человеком из всех людей, как из тех людей, которые уже ушли из жизни, так и из тех людей, которые еще не пришли, еще предстоит прийти. То есть как будущих поколений, так и прошедших поколений шкаля авали ахирин. самым лучшим, самым худшим из людей самым низким из людей самым, э, э, самым несчастным из людей то есть направляется самый несчастный из людей шакику самуда который подобен тому кто заколол верблюд верблюдцу самуда мы, как знаем, в священном Коране эта верблюдица была заколота несчастными из людей. И так вот, тот человек, который нанес его светлость, пророку, про, прошу прощения, его светлость, удар мечом в этот месяц уподобляется именно этому человеку, который заколол верблюдицу Самуда. وقد انبأس أشق الأولين والآخرين شقيق آخر ناقة الثمودة فضربك ضربة على قرنك يا فيجو كاكون نانوسيت تبي أدار بقلبي تويس نانوسيت تبي منها لحيتك يا كراشويتسا كروفيو بردات ويا قال أمير المؤمنين И здесь его светлость Алибина Абиталиба говорит следующее, ⁇ Культу Яр и это произойдет, когда я буду, когда моя религия будет mm -hmm. полной, когда моя религия будет в безопасности. То есть мы видим, что его светлость Алибина Абиталиба Али в этот момент беспокоится о том, Каково будет его нравственное состояние, его религиозное состояние, его, его духовное состояние, каково он будет на этот момент перед Богом. Это единственное, что его здесь волнует. Именно то, что его волнует, он этим и задается. И это произойдет, когда я буду в безопасности, моя религия будет в безопасности, потому что мы знаем, что человек... Обратите внимание, это как вы прекрасно напомнили, человек один удар во время битвы Хандак, битвы Урва, нанес удар, который был уподоблен и превознесен его светлостью пророком Мухаммадом, алейхи алейхи над поклонением всех творений, как джинов, так и людей. То есть человек, совершивший подобный поступок, и этот человек, одно деяние которого всего лишь, всего лишь одно деяние которого превосходит все, де, все деяния, все поклонения, все благодеяния, все благие поступки всех творений, будь то это джины или же люди, этот человек беспокоится о том, чем он закончит свою жизнь, как он уйдет из этой жизни. Это должно быть для нас величайшим уроком, потому что мы порой совершаем какой-то поступок и расслабляемся, как будто бы этот поступок нас защитит. Таким образом обеспечит нас и оградит нас от всех будущих ошибок и таким образом предотвратит все те нежелательные последствия, которые могут наступить вследствие каких-то ошибок, грехов, плохих каких-то поступков. Ничего подобного. Человек, в первую очередь, должен заботиться о том, чем он закончит свою жизнь, как он уйдет из этой жизни. И должен заботиться об этом, и соблюдать, быть осторожным, быть бедительным на протяжении всей своей жизни, дабы не оступиться таким образом, чтобы в конце жизни... В конце жизни... Так итог неизвестен, когда будет. Да, итог, он абсолютно неизвестен. И Человек, прежде всего, должен быть бдителен, должен быть внимателен, дабы э, не совершить таки, такого поступка, который вывел бы его из праведного пути, вывел бы его из верного пути и, и таким образом свернул на неверный путь, закончив свою жизнь, будучи… Таких примеров в истории очень много. Мы очень много людей видим, которые всю жизнь служили Богу, служили человечеству, служили добру, но… В Конец был плохим, mm -hmm. закончили свою жизнь плохо. Таких примеров очень много. Я не хочу сейчас приводить примеры, потому что кому-то это может не понравиться, так как личности э, некоторыми уважаемые и так далее. Ну и также мы знаем пример наоборот, люди, такие, такие как хор... Конечно же, и пример наоборот имеются, да. То есть имеются люди, которые, э, в общем-то, казалось бы, на протяжении всей жизни складываются ощущение что это люди несчастные но какой-то поворот наступает в жизни, который переворачивает их жизнь и заканчивают они эту жизнь самым наилучшим образом, как вы прекрасно напомнили. Хур ибн Язид, Язид например, который, как мы прекрасно знаем, совершил несправедливый поступок по отношению к его светло светлости имаму Сейну алейхи но закончил жизнь как его сторонник и верный слуга. فقال هي الله محمد صلى الله عليه وسلم تتعيت يوصيت علي ابي طالب عليه الصلاه في سلامه من دينك ده да, то есть твоя будет в на этот ثم قال здесь его محمد صلى الله عليه وسلم говорит очень удивительные вещи طالب عليه والسلام يا علي من قتلك فقد قتلني ومن توتكو عبودك بها убил على самом деле меня ومن ابغضك فقد ابغضني اي тот кто разгневал тебя на самом деле разгневал меня ومن سبك فقد سبني тот кто uh, порицает тебя тот кто поносит тебя, на самом деле порицает и поносит меня. Или аннаке и говорит причину. Почему? Мы знаем, что есть стоят в священном Коране, где его свет Салибна алейсалату Альбайсалсалам назван душой пророка. Нафсун Наби. Назван Наф Нафсу. То есть душой, самим пророком назван. Это аят, известный как... «Муба события мубахля. События Мубахиля, да? Да, поэтому. то есть события, это аят относительно событий Мубахиля, когда, когда его святость пророк Мухаммад, саллаллаху намеревался отправиться на взаимное проклятие с некоторыми христианскими деятелями, с некоторыми христианскими священниками и на то же самое здесь указывает его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва Почему убийство Алибн Абиталиба, алейхи салату ва есть убийство его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва И здесь в связи с этим нужно вспомнить, что те люди, которые сражались против него, эти же люди в свое время сражались с его светлым пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва Те люди, которые сражались с Алибн Абиталибом, алейхи салату ва и даже те, которые внешне так были покорны Его Светлости, внешне были Его сторонниками, на самом деле мы, если правильно исследуем историю, приглядимся к ней, то увидим, что на самом деле они вели войну скрытую, как сегодня известно, холодную войну. Здесь это новое явление современного современного мира. Раньше, то есть несколько веков назад, не было такого явления, то есть такого понятия холодная война. Она была введена, если не ошибаюсь, в 20 веке. Холодная война, понятие холодной войны. Но само явление, конечно же, было. И именно в Холодной войне они сражались его светлость с пророком Мухаммадом, саллаху салям. Итак, Его Светлость говорит, почему убийство Алибна Бат Альбайсалатусам является убийством пророка ваша Гурба, можно этот момент оставить на после паузы уважаемые телетретии мы должны прерваться на небольшую паузу после которой продолжим Уважаемые телезрители, мы прерывались на небольшую паузу, до которой мы хотели ответить на вопрос, почему же имам Али назван душой посланника Аллаха, и почему има, и посланник Аллаха говорит о том, что убив имама Али, на самом деле люди убили меня. Да, его свет говорит следующее. Ли анна ка ка Потому что ты подобен душе моей. Ты по отношению ко мне подобен моей душе по отношению ко мне. Ва руху ка, руху ка мин рухи твоя, твой дух от моего духа. То есть они имеют один источник, это один и тот же дух. И твоя суть, то, из чего ты возник, то, из чего ты создан, то, из чего ты слеплен, является тем, из чего я слеплен, из чего я создан. табараки ва халакани ва ва стафани Поистине, Всевышний создал меня и создал тебя, избрал меня и избрал тебя, привознес меня вахтарами или сделал меня пророком, посланником, вахтарыкалиль имамати, а тебя избрал для того, чтобы ты был имамом, избрал тебя для имамата анкера И поистине тот, кто отрицает тебя как имама, отрицает твой имамат, является на самом деле отрицает мою посланническую миссию, отрицает меня как пророка. Я Али, антавасии, ва абу ульди, Ва ва хаяти, адамама, «О Али, поистине ты являешься моим наместником и отцом моих потомков и мужем моей дочери и моим наместником, моим преемником как в жизни, так и после смерти». Амруке Амри, то, что ты приказываешь, на самом деле было приказом моим. Я приказал. Твой приказ есть мой приказ. То, что ты запрещаешь, на самом деле запрещается мной. Твой запрет является моим запретом. Клянусь тем, кто избрал меня пророком и сделал меня лучшим из творений, воистину, Ты являешься доводом Бога над его творениями, и являешься хранителем тайн Бога, и являешься наместником Бога над его верующими рабами, над его рабами. Здесь мы, как мы видим, нет никакой разницы, как пророк ставит именно статус имамали таковым, что не ставит никакой разницы между собой и имамали, кроме разницы в пророчестве. Да, то есть э, при, при, приписывает, преподносит его светлость, алибин абиталиб, алейсалат вассалам, как очень важного человека для исламского учения исламской умы что к сожалению конечно же было скрыто от мусульман история так повернулась, что современный современный мир мусульмане они остались в неведении от этой истины хотя казалось бы истина была очевидной и более чем очевидной. я часто привожу этот пример обратить внимание. Над ним превозносит людей, которые большую часть жизни были многобожниками, в то время как сам он никогда в своей жизни многобожником не был его светлость Альбина Абтальбайсалату вассалам. И воспитывался своим пророком? И воспитывался, именно воспитывался в доме его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Вот скажите мне, какой здоровый, нормальный ум может превозносить человека, который всю жизнь был многобожником, и только в конце несколько десятилетий, то есть небольшую часть жизни был мусульманином над человеком, который всю жизнь был мусульманином, был, воспитывался самым лучшим из творений, самим пророком воспитывался, в отличие от тех людей. Какой здоровый ум может превозносить этого человека над Алибин Абиталибом Али -салатом? Помимо этого, участвовал практически во всех битвах рядом с посланником Аллаха. Да, то есть очень много Вклад. достоинств мы видим. Помимо вклада, помимо вклада, то есть мы видим, что сам человек он был абсолютно другой категорией, не из той категории людей, которых возносят, превозносят над ним. Или же, обратите внимание, второй халиф, он это очень известная история, я говорил об этом неоднократно. Человек похоронил свою новорожденную дочь заживо. Я не говорю о многих других фактах его жизни, о том, что он э, употреблял спиртное очень долгое время, о том, что он э, пытался разорвать Коран на куски. То есть это, эта история рассказывается, когда говорят о том, как он принял ислам. Он на самом деле отправился порвать Коран, но на самом деле, а там э, все повернулось иначе. Или бедство четверга, бы он не дал. Видел... Ну, я не хочу многие, там очень много фактов, я не хочу много чего затрагивать. Но человек, который был, большую часть жизни был многобожником, поклонялся идолам, заживо похоронил свою дочь. Обратите внимание, очень часто говорят: ну, арабы того времени заживо хоронили свою дочь. Это на самом деле не так. Это большое заблуждение. Часть из них, да, получается? только самые худшие, самые невежественные из них это делали. Вы что думаете, все арабы хранили своих дочерей заживо? Так кто же тогда на ком женился? Кто же были их матери тогда? На ком они женились? Как они продолжали свой род? Да, это, это было, это, к сожалению, было, но это не было каким-то обязательным актом, который был принят в каждой семье, в каждом племени, ничего подобного. Это было распространено довольно широко. И в первую очередь было распространено именно среди самых невежественных из арабов. И вот этот человек превозносится, говорят, он лучше. Я не говорю о том, что в знаниях... Я, я как понимаю, что Гурбан, вы хотите сказать, здесь отложить в сторону доводы, где посланник Аллаха оставляет после себя имам Али а просто как на личности посмотреть эти да, Да, на историю, просто посмотреть на историю. И разумом понять, кто более достоин. Да, это очевидно. Правильно. Я просто к тому, что это настолько очевидно, настолько очевидно, что удивляешься, как это могло быть скрыто от большинства мусульман. Что с этими людьми случилось? Что с мусульманами случилось? Почему они не осознали этого? Почему они не смогли понять этого? И как, они, как их разум позволил им сделать это? И это на самом деле огромнейшая беда в человеческой жизни, когда он топтает очевидные вещи. Когда человек видит какую-то истину и топтает эту истину, наказанием этого является то, что он является, то, что он становится слепым, как в Коране сказано, "Суммам Букмун, умьон, слепой, глухой и немой. То есть он становится человеком, который ничего не слышит, не может услышать правду, не видит правду и правду говорить не может. То, что в Коране сказано немой. Значит, он не может правду говорить, не может правду увидеть, не может правду услышать. И это, для, этого, для этого наказания достаточно всего лишь один раз в своей жизни однажды растоптать очевидную истину. Это большая несправедливость. Истина очень высоко должна цениться. Истина это нечто э, ценное, это огромнейшая, величайшая ценность. И тот человек, который топтает это, Закрывай на нее глаза хотя бы однажды, пока хобби это не, не было причины. Например, из-за то, что эта истина ему невыгодна, или ему не хочется знать эту истину, ему не нравится эта истина, она неприятна ему. Пока хобби причины не было, растоптав однажды истину, он на всю жизнь рискует потерять слух, зрение и дар речи. Отношение к истине. Конечно же, говорить он будет, и видеть он будет, и слышать он будет, но не то будет он слышать, и не то будет видеть, и не то будет говорить. А это есть величайшее несчастье, так как мы уже ранее выяснили, что любое деяние имеет свои результаты, а результаты подобного лжи и так далее, и того, что следует за этим, это страшное бедствие в судный день, и навечно человек рискует. Но я таким образом понимаю, что растоптав однажды хоть какую-то, может, незначительную, но очевидную истину, уже человечество, в, качестве, в частности, вот большинство мусульман, уже теряет восприимчивость к истине, что, к сожалению, очень плохо. Из, этого, из этой речи, из концовки речи проповеди его светлость Пророк Мухаммада, я думаю, все прекрасно понятно, и нет какой-то нужды это подробно разбирать и толковать. Его светлость очень красноречиво и очень точно э, и прекраснейшим образом донес, что же произошло в этот день. В этот день произошло столкновение наихудшего людей, потому что его светлость говорит авали ашкал валь ахри Самый несчастный из людей, столкновение самого худшего из людей с самым лучшим из людей, где его светлости Алибин Абиталь, алей салату вассалам, который был подобен его светлости пророку, был его душой, был его наместником и так далее, все, что было перечислено его светлостью пророку Мухаммадом, был ранен этим человеком. И обратите внимание, что его свет Салибин Абиталиб, алейхиссалату вассалам, сказал, получив ранение, очень известное выражение, «Фусту варабиль кааба», я достиг своей цели, я достиг своей цели, клянусь господом Кабы. То есть это пасть мучеником на пути религии, на пути Бога. Это вершина, к которой может стремиться раб Бога. Почему? Почему это вершина? Некоторые думают, что сама эта смерть, она как бы является какой-то какой, -то, какой -то вершиной и цели, к которой нужно стремиться. Нет, это значит, если человек страдает за свое служение Богу, за свое служение истине, за свое служение добру, добру, значит, он правильно служил. Если самые худшие людей, если лжецы, если коррупционеры, если бандиты, убийцы и так далее, самых худших людей и посягает на его жизнь, значит, он делал все правильно. И в этом столкновении он, несомненно, вышел победителем, потому что вечность в руках Всевышнего. Именно поэтому его светлость говорит «фусту Я достиг своей цели, клянусь Господом, кабы. Спасибо большое, уважаемый Шайк Курбан. К сожалению, наша передача подошла к концу, и мы вынуждены попрощаться. Ассаламу алейкум, Рахмат рахматуллах. Уважаемые телезрители, вновь приносим свои соболезнования вам в связи с, эти, с этим трауром. проклянет Аллах всех тех, кто э, проявил несправедливость по отношению к себе посланника Аллаха. На этом мы с вами прощаемся. Ассаламу алейкум, Рахматуллах.